Приехали на Тенерифу. В общем, тут градусов 5. Это, оказывается, самый большой кратер в мире, по-моему. Остров это и есть кратер. Вот такие тут ландшафты, как в Северной Америке, на западном побережье. Вот, по-моему, это их не верхушка огромная. Нам сказали, минут 20 можете тусоваться. Автобусов много. Вон, детишки бегают. Тут, кстати, отель есть. 5-звездочный или 4-звездочный, сказали. Сейчас покажу. О, машина лазит. Вон он. Отель. О, а тут это... Нету ни тучки, ни животинки, вот такие коряшки. Вот это дерево мне понравилось. Вот оно так плывет, интересно. Я думаю, это сосна, это сосна. А, по-моему, там вот где черная, это лава спускалась. Ну, нам показывали лаву, как спускается. Она такая, как волны идет. Ну, очень интересные ландшафты. Тут солнце сзади мне светит, уже показываю. Уже куда пошел, интересно. Он хочет по камням, наверное, походить. Вот как бы новый навернутый запуск можно. Ну ладно.